Всем привет, это Империя Пазлов. Сегодняшний ролик будет посвящен второму дню турнира. Также параллельно сейчас проходит событие Хранителя Телтока. Данное событие рассчитано на 4 дня, и мы его в конце посмотрим. Значит, что здесь важно? Важно, что в награду у нас теперь включается за прохождение этапа вот такие вот эмблемы. 25, 50 и на легендарном 150 штук. Разные все. Ну что, чтобы сильно не затягивать ролик, пойдемте, собственно, побьемся, поколотимся. Через 4 дня 20 часов заканчивается у нас путь доблести. Мы его, наверное, к сожалению, не сможем пройти. Но будем выкупаться, если вот здесь продуем. В сражениях, вот в этих, в турнирах. Потому что 1700 очков не лишнее. И у меня задача и желание получить вот эти первые 50 эмблем и второй телескоп. Надо 12 телескопов, тогда мы сможем двоих улучшить героев. Посмотрим, кто у нас сварился здесь. Инструктор. Поставим на обучение еще. Все, поехали. Значит, мы сейчас в топ-25. По обороне мы продуваем. И давайте искать нашего первого соперника. Первый соперник у нас... Ну, помните, да, прошлый день мы бились, вообще не меняя команды. В этот раз, наверное, так же будем биться, не меняя команды. Посмотрим, что сегодня выйдет. Сразу красные пришли. Считайте, зарядили двух красных. Наверное, заберем... Гунара. По крайней мере, попробуем его забрать. И здесь желтых нету. И давайте попробуем стукнуть по вот нему. Зеленых у нас нету. Отлично, желтые подъехали. Что осталось? Остались только красные и фиолетовые, да? Желтых у нас, к сожалению, нету. Что, все? Первый проигрыш. Поехали дальше. Второй бой. Сейчас посмотрим, к чему он приведет. Привел он к... 74. Два камня хватит? Хватило. О, ну давайте вот так сделаем, чтобы не рисковать. И, наверное, все-таки желтыми ударим. Правильно сделали. Ударили желтыми. Бальтазар пробивает. И кролик. Ух ты ж ё. Кролику-то не хватило. Вот тебе на. 300.
Ну давай. Блин, а камнями, да, не забрать? Камней-то нету. Придется рискнуть. Хорошо, что он Мелию выбрал. Мы заряжаем сейчас. Но это победа. Это победа. Далее. Да. Ну что, Гунар зарядился, да? Ну ничего. Красные, зеленые, фиолетовые, все зашли. Вообще все. Давайте сначала сделаем вот так. Потом ударим так. Трое отлетели. Фиолетовые. Красные. Все зарядились. На Махаге ударил. Ну, это победа. Номер два. Далее идем. О, прикольно. А, это костюмы, да? Поехали. Что мы здесь видим? Четыре. Давайте вот так сделаем. Так, желтые. Карел. Забираем тебя, дружок. Зараза. Ах, ты красный не пришел. Ну да ладно. Зайчик, побегайчик. Одного камня не хватило. Тогда вот так. Так, Аберон, что он сделает? Ядом всех крушит. Тогда тебя под комбо. Кайлани. Ну все. Вин. Это вин. Третий и последний бой. Последний бой, он самый сложный. Так, здесь заманчиво. Давайте желтых заряжаем. Фиолетовые, красные. Повезло. На Махаге сносим. Сюда закинули. Так, центр нам пробили. Ну, смотрите, в принципе, я, наверное, Карела возьму. Потому что у меня красные живые. Ну, если мы пробивали, они бы добивали. Все, значит, на сегодня ролик подошел к концу. Неплохой день выдался, хоть мы и в топ-75. Но отбились.
отбились. Будем ждать последнего завтрашнего дня. Я, к сожалению, 2 дня. Ну и завтра попробуем вот это событие пробить. Все, всем пока-пока.